Шарф – это не только практичный, но и очень элегантный мужской аксессуар. Правильно подобранный и повязанный шарф не только согреет вас в холодную погоду, но еще и отлично дополнит ваш облик. Каждый шарф стоит подбирать под ваш стиль одежды. В выборе цветовой гаммы шарфа можно вспомнить правило галстука, оно здесь тоже работает. Он должен быть либо светлее, либо темнее на пару тонов верхней одежды. Под классические строгие куртки или пальто стоит выбрать более тонкие шарфы из кашемира или хлопка. Классическому стилю предпочтительно однотонные тона: серый, синий, черный. Допускается клетка, крупная клетка, классическая клетка, черно-белая, серо-черная, традиционных таких классических цветов. Под классический стиль и узел шарфа должен быть подходящий. Французский довольно просто и легко завязывается, такой узел хорошо сохраняет тепло. Сложите шарф пополам, после чего закиньте его за шею, держа по одному концу в каждой руке. Затем сложенные концы подденьте через образовавшуюся петлю и затяните. Более простой вариант – это дрейп, то есть попросту незавязанный шарф, спрятанный под пальто. Также простой способ завязать шарф в стиле художника. Если он достаточно длинный, то передний его конец можно заправить пальто. Casual стиль предполагает уже отклонение к более грубым, более ярким тонам. Подбор осуществляется в зависимости от структуры, грубости ткани самого изделия. Соответственно, и шарф подбирается. Либо он из тонкой нити к более тонким стильным вещам, либо это плотная шерсть, грубая шерсть, вязка. Этому стилю одежды присущи любые творческие эксперименты, и смело можно брать самые нестандартные варианты шарфов. Тут также подойдет завязка парижским узлом или дрейпом. Двойное обертывание отлично подходит к этому стилю. Положите шарф на плечи так, чтобы один конец был на уровне груди, а второй оберните вокруг шеи два раза, закрывая все открытые участки шеи. Зафиксируйте концы шарфа между слоями. Следующий вариант отлично подойдет для самой холодной погоды. Делаем один оборот вокруг шеи, чтобы свободные концы свисали вниз. Образовавшуюся петлю проворачиваем на 180 градусов. Поочередно вдеваем в нее свободные концы. Шарф может относиться к тому или иному дресс-коду, в зависимости от материала, формы и метода завязки. Однако здесь не так много тонкостей, как с костюмом или, например, с обувью, благодаря чему можно и поэкспериментировать.